на мели. Это она такая шустрая для своих 140 лет. Халава. На халава. Да, я уже похожу. Да, там отдай. Она сексуальная форма. Хорошенькая. Очень много таких домиков. Смотрите, как красиво освещается вечером. Выходим на вечерний променад, да? В этот ресторан можем записаться, пойти. Тут надо бронировать. Запись дубля. И это не матюк. Пацаны. Ай. Украли? Вот такой сегодня у нас ужин. Рыбка, шашлычок, мясо, крылышки. Это класс. Произведение искусства. Здесь у нас было собрание. Что? Бесплатный ресторан. Да, ресторан бесплатно, надо как-то записать. Оказывается, нужно было с утра прийти и записаться. Пошли сейчас записываться. Да, конечно, надо записаться. Побывать в ресторане. Сейчас обсудим это все. Вот там вот главный корпус, ресепшн, получается, и терраса, где можно посидеть, покушать, сцена. Вот, а мы сейчас в другом здании, где было только что собрание. Нам рассказывали, что тут почем, про страховые случаи, про экскурсии. Вот сейчас я спускаюсь вниз, и на первом этаже этого здания получается итальянский ресторан. И мы можем один раз бесплатно покушать в этом ресторане. Мы вчера с Аллочкой вечером сюда заходили. Сказали, что нужно бронировать столики заранее. Поэтому заранее и с утра. Поэтому мы сейчас подойдем и забронируем, чтобы здесь отужинать. Атмосферненько здесь, очень хорошо. Что еще сказали, что вчера мы прилетели, и 3 дня будет ветреная погода. А дальше должно быть тепло, солнышко, комфортная погода. Можно будет плавать в море, и в бассейне тоже вода будет теплее. Вот так как бассейны сейчас не подогреваются, в них мало кто плавает. Ну, слышишь, хоть и говорят, что сегодня тоже ветрено, но сегодня теплее. Вчера вообще сильнейший был ветер. Так этот сказал чувак, что, короче, купаться еще нельзя будет. Да, да. Вот. Что получается, что у них сейчас вот именно в марте, и да. Что получается, сейчас у них в марте 3 дня ветер, 3 дня тепло. 3 дня ветер, 3 дня тепло. Слышишь, Леш, правда? А с апреля месяца уже начинается стабильное тепло без ветра. Слышишь? Помоги. С кепочкой слушай, поговорила, слушай, короче. Слушай. Пошли по это. Ага, чаёк. Попьём. Вот. Вечером. Да? Все подсвечивается вечером. Это еще один бар возле террасы. Вот там все на улице сидят. Очень красиво атмосферно это тоже у нас. Максим. Пошли к нашим. Возьмешь? Это как бы капучино. Капучино латте, но не думаю, что они его делают так, как мы любим и привыкли. Потому что капучино сегодня утром попила, но не такое. Мы уже позавтракали. На завтрак были сосисоны. Такое блинчики. Алена так любит наше делать. А вот это уже терраса, а туда вход на ресепшн. И здесь вот такая вот история.
арочка. И вход как бы в такую улочку. Ну, как дворик получается. И это тоже у нас вход в столовую, вход тоже в лобби, там, где ресепшн. И через лобби-ресепшн тоже вход в столовую. И вот так вот столовая, ну, как бы ресторан, кафе, что там такое. Ну, вот, там куча столиков. И можно там с этой и с этой стороны заходить. Так, вот... Как бы, что тут мы имеем? Вот так вот этот ресторан, да, называется. Андалус. Очень читаю на немецком. Андалус. Ресторан. Вот. French Buffer. Это, наверное, сегодня французская тематика. Вот, да. Сегодня с утра были круассанчики. Я ничего такого не ела. И вот... Пальмы во дворике, цветочки. Вот тоже вечером вчера гриль работал. И вот так вот, смотрите. Я зашла ту, через эту арочку, там наши сидят. И тут через вот эту дверь можно вот так вот зайти на ресепшн. Здравствуйте. Красоту вашу снимаю. Вот такая ваза. Тут туалеты. Женский. И напротив мужской. Давайте я вам покажу туалет. Это же очень интересно. Вот. Все так атмосферно. Там кто-то есть. Туры со вчерашнего дня лежат. Интересно, это просто как декор? Окей, выходим с туалета. Все, и это как бы центральное здание. Тут интернет должен ловить, но он не сильно появляет. Ну, так вот атмосферненько, прикольненько. Наши люди не перестают удивляться, когда кто-то на камеру снимает. Смотрите, как красиво. Вот и там вход тоже в этот ресторан, в котором мы вчера обедали, ужинали и сегодня завтракали. Это ресепшн, тоже в таком вот все стиле, необычно. Ну и там столик и все. Такая вот история. Такая балда висит интересная. Это не люстра, я не знаю, что это. Ну, смотрится неплохо. Или там есть лампочки, оно должно светиться. Цветочки такие, декор. Красиво все. Кстати, много картин. Потолочек такой. Кстати, там есть лампочки. Значит, оно должно светиться. Вот такой вот фонтанчик. Там выход. Главный центральный выход, и даже автобус стоит, значит, вот мы тоже через тот вход заходили сюда, когда на автобусе приехали. Так. Такие вот интересные кресла. И смотрите, я через тот дворик зашла. Вот можно там в ресторан зайти. Через дворик вошла. И теперь через вот эту дверь я попадаю опять на такую террасу, где столы тоже и наши сидят. Вот. Красивые кресла, блин. Очень интересно. Вот эта резочка такая, как она правильно называется, ручная вырезка. Ну, вот это вот оформление прикольное.
такая тонкая работа, все так красиво сделано. Вот я очень люблю такое. Ставлю, красиво сделано. Ну, блин, у нас бы в Украине это очень бы дорого стоило. Те, которые занимаются ручной резкой, резьбой, вот это все, они зарабатывали бы очень много денег, если бы такое делали. На что такой стиль? Интересно вообще. Смотри, ну, это же все такое красивое вообще. Они любят вот именно такое. И вообще как-то в Египте действительно атмосфера вот в таком все стиле, как из мультика «Аладдин». Ну, не совсем из мультика, а из сказки «Аладдин». Это у них действительно такое все вот в таком стиле. Что по-настоящему. Все любят такой вот стиль, домики. Видите, сегодня опять ветрено. Но через день должна погода измениться. Вот тут есть бильярд даже. Где-то там настольный теннис я видела. Пианино повернуто к стенке, наверное, чтобы никто не играл. Тут, по идее, тоже должен быть фонтанчик гостя. Так что, все, выхожу на террасу к нашим. Книжки можно почитать. Картина огромная. И все, выхожу через этот выход на террасу, тоже ручная вот эта работа из дерева, это же все резко, очень красиво, очень стильно. Эти огромные двери, очень необычный стиль. И он везде, этот стиль прописывается в каждом здании, в каждом домике, в деталях. Вот ощущается, что это вот их как бы стиль Египта. Сегодня рассказывали много про экскурсии разные. Вот интересно будет, куда мы поедем. Ух ты ж. А, ну. Это ты классно. Нет, а что это такое? Короче, надо запомнить. Ух ты. Я не знаю, что это. Угу. Сейчас будем обсуждать, куда мы, на какую экскурсию. Продолжаем нашу экскурсию. Так, вот эта терраса. Тут мы были, тут были. И здесь в этом ресторане Мазезек бар. Тоже были там напитки разные. И алкогольные, и кофе, и соки. И дальше с этой террасы, она получается под крышей, терраса открытая. Тоже на улице, посмотрите, тоже мне нравится, что с такой вот поручными спинкой. Очень удобные эти, кстати, стульчики, кресла. Шикарно. Такие пепельницы в виде шинок. И вот... Собственно, чуть-чуть вечером я снимала, показывала эта сцена, на которой вчера пели, танцевали допоздна. Много, кстати, очень людей, много отдыхающих. Особенно по вечерам они все здесь. И сейчас из террасы открывается такой вид. Там дальше магазинчики. Здесь наши домики. В каком-то из них мы живем. Нам в ту сторону, мы там живем. И вот бассейны, к которым мы вчера ходили. И там тоже бар, летняя кухня, ресторан, пляж. Тут такое-то можно обедать, по-моему, завтракать, поздний завтрак, обед и ужин. Надо как-то туда будет дойти. Тоже туда еще пойдем. В 6 утра в 7 утра, уже одеты, я говорю, вы куда? С этой стороны так все выглядит, ресторанчики. Вот вчера мы на этом автобусе ездили, нас увезли к банкомату. А вот это? Да. Резко посадили и увезли.
там магазин. А мы туда в Миномаркет не ходили. Вас туда возили, да? Да. Кто-то на своих машинах приехал. На автобус опять туристический. Сказали, что в конце марта будет вообще наплыв туристов. А 1 апреля там вообще... Гурдом Веселка, да? Очень много будет. Капец, такие покоцанные, да, смотри? Тупо бампера убитые. Ну, что ж ты хочешь? Как красиво. А? Да, у вас там эти. А я же устал бегать, если сказать. Я говорю, приходили, приходили, говорю. Стелла Маркет. Ну, у нас последний делали. Лебедей вам там накрутили. Лебедей нам делали лебедей. У вас лебеди, у Макса лебеди. О, арафатки, ласты. Класс. Тогда не видно, да? Я не знаю, я еще... А что там? Там тоже что-то интересное. Надо будет туда пойти поснимать, там. Там правда. Туда, видишь, идут тоже магазины. Все разные сувениры. Ух ты. Типа как под бронзу, что ли. Вот такие, да, сувенирчики неплохие. Ну, как память вообще о Египте привезти. Кошечки, Нефертити, Сфинксы, верблюда. Ласты. Вот такие маски мы с собой привезли. Вот они. Это не идёт. Роликсы, да, вот это все. Рада, правда. No money. No photo. Вот, смотрите, всю красоту, часы. Смотрите. Спасибо, ой, супер. Как вас зовут? Мина. Мина. Вот. Приходите к Мине. Приходите к Мине, когда будете отдыхать здесь, в Стелле де Мари. Санта-Мария. Тут всю красоту можно тут увидеть, купить, померить, приобрести себе на подарок, другим, чужим. Ну, бачите, какая красота. Сама откуда? Украина. Слава, о, Украина. Смотрите, какая красота. Тут все эти в египетском стиле, скарабеи. А что значит скарабей? Это удача. Удача, да? Вот скарабей удача. А это какой металл? Это серебро 920 биопроба. Ух ты, сколько. А сколько такой стоит? Какой? Вижу, это... Очень красивый. Скарабей приносит удачу. А это какие камни? Это опал. Опал это? Да. Очень красивые такие колечки с разными камнями. Все красиво блестит вообще. И рассчитываться можно как и долларами, так и вашими фунтами. Фунтах или доллар. Вообще. Да, или карточка. Или карточкой. Вот вообще красота. Тоже скарабей красивый. А почем вот самый маленький такой вот сувенирчик, типа скарабейчик? Кулон вот. Жизни. О, это кулон жизни. И почем кулончик жизни? Какой? Это 5. 5? А, это он тоже приносит удачу? Да. Мне вот этот камень нравится, зелененький. Что это за камень? Какой? Зелененький. Ситрин. Ситрин. Да. Красивый цикрин. Он по-разному, в разное время от настроения меняет цвет. Да? Угу. Ух ты шка. Это не дешевый камень. А сколько стоит, вот, допустим? Это 25. 25. И да. Тоже серебро? Серебро 925 проб.
И часы у вас, да? Боже, так тут столько часов разные. А какие у вас самые дешевые и самые дорогие часы? Они примерно 25. 25 и... И 150. И 150. Смотрите, разные. На любой цвет, вкус, размер. Вообще шикарно. А роликсы есть? Конечно. Да? Да, ты что, ты что? У нас тут свои. Это не гиды. Кевин Кляйн. Да. Супер. И не надо никуда далеко ездить, ходить. Какие-то шоп-туры. Вот зашел шоп-тур тебе. Время не теряет. Просто такие браслетики, видишь? Кожа. Да, кожа. Настоящая кожа. С ней на руке прикольно смотрится. Мужской вариант. Такой именно так, брутальный. Леша, брутальный браслет себе хочешь? Можно подарок. А я, кстати, видела у нашего гида тоже браслет. Такой. А сколько стоит браслетик? Мне примерно 15-20. Угу. Тышка, вот интересная. Это просто узор или какой-то обозначает оно какой? Что-то? Вот этих браслетиках. Да, это удача. Тоже удача. Тут надо накупить все на удачу и вообще. Знаешь, какой удачливый, знаешь. А это что? А, это просто реклама, да? Это моя визитка. Ага. Это визитка. Тут видишь, это буковки. Видишь, какая буква, как она надо. В Луксоре есть вот эти вот. Да. Обозначения. Фароны. Да, имя. И обозначение буквы. Это Санта Мария. Магазин как раз название. А, Санта Мария, вот. Хочешь скорбеть? Маленький? Вообще. Маси пусенький такой. А этот почем? Какой? Вот этот. Это 10. 10? Да. Угу. Спасибо вам большое за экскурсию. Мне очень нравится этот камушек, но мне колечко само не нравится. Это серебро тоже? Серебро 920 бет. Оно не покрытое, да? Не покрытое, вот. Мне бы поменьше серебра, можно побольше. Можно, конечно. Камушек. Вот. Побольше камушек, поменьше. Это можно типа сделать? Конечно, можно это сделать. Я. А это же камень? Я 10 тебя. Ну, фабрик. Ух ты. Это этот же камень? Да. Видишь, тут он желтее. А там уже совсем зеленый. Поменялся. Потому что он уже берет еще цвет серебра, поэтому он и насыщается. Все, ты видишь, он уже меняет цвет. Как красиво переливается. И сколько, допустим, с таким камнем на заказ, вот так вот, чтобы сделать кольцо? Безделец. $20? Да? Это типа вот такой вот можно как бы само кольцо, да, а камень, ну, тоненький ободочек, а камень будет больше. Как перстенечек. Как это? У тебя такое? Да. Да. А с этим камнем сколько будет стоить такой перстень? Это 35. Ну это тоже этот камень, как он называется, забыла? Цитрин. Цитрин, да? Да. Тоже сувенирные магазины. Можно видео? Спасибо.
Ух ты! Хорошая реклама для меня. Да, чтобы знали, что тут сувенирный есть магазин, что можно приходить сюда. Тут и пирамидки, и скарабеи, видишь, большие железные. Кстати, Алла, можешь сказать Денису, вот тут железные скарабеи он хотел. Вот, смотри, сколько их тут, скарабеев. А почем скарабейчики ваши? $3 там железные. $3 можно по одному даровать. И там магнитики, вон, смотри, сколько их, ряд красивых. Кальяны. Ого, так тут много. Давайте вечером переходить, когда не будет моря, не будет бассейн. Да, сейчас я вот кружок сделаю. Делизны это еще дороже, потому что это делизны. И работают. Разные, ух тышка. Сегодня приятный, да? Вчера. Боже мой. Тут красиво вот это. Есть камень тоже. Металлические заказывали на сувенир. Короче, вам есть камень, если надо. Я просто предлагаю пойти сейчас все-таки в бассейн, к морю, а вечером магазины тоже открыты. Нельзя. И вечером. Ой, маленькие кувшинчики, класс. Вот. Маленькие кувшинчики. Возьмем. Скарабей, маленькие кувшинчики, не фертите. Медный вот какой, вот этот. Кальян. Вот это прикольно, да? Надо еще банкомат. Блин, почему у шлюпки обычно? Ладно, сейчас я не посуну. Вон тут, Аллочка, есть белые шлюпки. И такие, смотри. Да, может, маленькие на себя? Ничего, блядь. Их можно помыть. Смотри. Ага, у мамы такая вот есть, только с Египта. Не с Египта. Прикольно. Такое тоже нам хочу. Классное вообще. Да, на белой мебели будет здорово смотреться. А, ну, да. Маля с папой нужно. Если кружки, хочешь посмотреть, с кружками, трогать можно краника, если да. Это можно только формационный тебе. Мы пошли в номер, короче. Хорошо, давайте так, а мы придем потом в номер и вас наберем. Можно вечером. Сейчас что, можно вечером. А ты уже заказал? Ничего не заказывал. А, вон шлепки офигенные, смотри какие. Иди. Вечером можно смотреть. Извините, ты посмотри, вот шлепки. Есть турецкая любовь, это есть любовь. Мягкая это. На любой. Видишь? Любой. Что да, потому что здесь 1 килограмм, сколько килограмм, работа, все любите там. Хорошо. Все может, есть меньше раз. Легкой продаж вам. Спасибо. Магнитики и вазочки мне очень. И скоробей. А тут вообще такой есть. Слава Украине! Героям слава! Шлепки какие классные, Леша. Тут. А почему шлепки? Это 7, и скидка будет 5. Они большие. Класс. А у тебя какой размер? Это 40. Мне хотя бы 40 или 40, или 39. Посмотрели гробу, потому что да, размер. Да, большие, большие. Гроба. Я одевала, да? Ага. Хочешь 40. Вот это красиво. Вот, хочешь вот такой? Или другой? Или вот такой? Вот такой. Это черный, золотой. Ой, записули. Час дня как раз можно. Пока дойдем. 3 часа, уже обедать пора будет. Вы постоянно думаете о еде. О, видишь, сумочки. Вот тебе и сумочки. Ну, пляжные. Такие грубая такая группа. Миллион арапагов. Да, это сувенирный магазин. Напротив, получается, входа в наш отель.
Тут много разных сувенирчиков. Тут и с одеждой, с сувенирами, с драгоценностями, ну, с украшениями, очки. Вот от солнца, шампунь. Там ряд мэдов. Вообще класс. А ну, лампа Аладдина. Фокус. Класс. Абракадабра. Да. Абракадабра. Чтобы фокус удался, надо фокус, думать. Фокус, фокус. И пепельницы сразу. Ну, прикольно, да? Лампа Аладдина. Не, очень такой хороший, достойный выбор для сувениров. Посмотри, очень. 25 минус 15% и скидка. Да, вообще. Как и $20. Да, ты ж. Потому что, я сказал, это железнее, это дороже. Ага. Есть шкатулки вот такой тоже. Шкатулки, да. Разные, интересные. Такой. Ух ты, это для драгоценностей. Для золота, кольцо, сибочка. Все. Вообще, да. Супер. Вот, вот это, конечно, вообще класс. Да. Двинется вот такой и кристалл. И кристалл. Прямо. Кружечка. Ламбала иди. Ух ты. Смотри. С дельфинчиком. Там половина. Боже, оно же играет. Ну вообще. Merry Christmas. Да. Теперь бы знать, где сувениры взять, да? Спасибо большое. Спасибо и вам. Меня зовут Киру. Киру. Это наша визитка. 15% скидка, если чего. Супер. 15% скидка. Ну, отлично. И можно сделать много. Много. Да. Это 20% или так. Да, вообще круто. Спасибо. Так что приезжайте сюда за сувенирами. До свидания. До свидания. Удачи. Спасибо и вам. Героям слава. И идем сейчас в номер. Будем переодеваться. Да, сходим. Попробуем водичку. Уже покупаемся вдруг случайно. Что, Леша уже раззнакомился с друзьями и обзавелся туда. Это все. Что? Что вчера? Мама еврейка, папа. Еврей, а я египтянин, да? Кого лебедя нам слепили. Я свечусь? Идем купаться! Оставайтесь, но вам еще куча всего будет, много интересного. Классно вообще. Для лучшей девушки, лучший коктейль. Али, вот, да тебя что, потолкнуть еще? Давай, ненормально, я говорю, если бы Петра не было, было бы нормально. Сейчас нам пина колада носит. Супер. Все одной красивой девочки. Ой, помогите. За отдых. Я бабочка. Бабочка в Египте. Я бабочка в Египте. Я могу не слушаю. В Украине самые красивые люди. В Украине не самые красивые. Самые красивые. Да. Самые красивые и сексуальные. Точно. Я украинка, она татарка. Да. Это ее дети. Мулаты. Твоежомник вот это вообще. Ты араб, что ли? Тебе уже хорошо? Да. А мне тоже надо соли. Ты сама будешь сейчас. Я мешаю тебе. А если мы together все сразу... Сразу все вот это за 25 долларов все... Чтоб ты же не видишь, что мы знаем. Давай писай уже и пошли. Мужчина! Мужчина! Спасите, помогите! Прекрасное море. Али, оп! Пи! Thank you.
Ух ты, Ишка! Смотри, она выглянула на нас, чтобы посмотреть, а мы смотрим на ней, заглядываем.